Всем привет, меня зовут Корнеев Олег, а это мои дочки Лада и Рада. Мы очень любим кушать и готовить плов, поэтому я решил продегустировать сегодня консервированный плов. Некоторые были приобретены в ближайшем к моему дому магазине шаговой доступности, но там было мало, и я заказал еще несколько баночек в интернет-магазине Plover.ru. Плов узбекский. Тут мы видим уже внешний вид. Плов, главпродукт, выбывает из нашего конкурса ввиду невозможности его открыть. Плов ташкентский с изюмом, вегетарианский. Мне очень нравится. Больше всего понравился плов вегетарианский. Какие-то можно немножко. Еще удивительно, как они такой вот умудрились рассыпчатый сделать и сохранить его там в консервированном виде. Быстро. Вкусно, недорого, удобно взять с собой куда-нибудь в поход, на природу, кстати говоря, на работу в качестве перекуса. В общем, я делаю вывод, что я буду и дальше заказывать этот плов.